Итак, доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. У нас сегодня будет обзор нового проекта, который называется Сансара и расположен на базе GTA 5. Заходить на этот проект надо через мультиплеерную платформу RageMP. Данный проект был долгое время в закрытой стадии тестирования, и вот, наконец, он увидел свет. Сейчас на него может зайти любой и поиграть, но это не отменяет того факта, что проект еще настраивается, допиливается, еще не весь функционал, который был задуман авторами, сюда введен. Ну, а само название проекта «Сансара» взято из индийской философии и означает «круговорот жизни и смерти», что, в общем-то, неплохо вписывается в концепцию ролеплей проекта. Ну а что именно представляет этот проект, я и предлагаю вам вместе со мной зайти и посмотреть. На данный момент перед вами идет вступительно-ознакомительный ролик этого проекта. Его увидит каждый, кто сюда зайдет. Он включается автоматически, и таким образом авторы ознакомливают вас с теми функциями, с тем функционалом, который вы встретите на этом проекте. Задумка очень интересная, действительно все рассказывается очень доступно. После этого ролика, который вы обязательно просмотрите, его нельзя сократить, его нельзя выключить, вам предлагается ответить на ряд вопросов по тому, что вы только что увидели и что вы прослушали. Поэтому читайте и смотрите достаточно внимательно, потому что вопросы будут как раз вот из этого видеоряда. Ну, а у меня же как раз вот к этим вот вопросам и к исполнению этого функционала есть как раз ряд претензий. Сами вопросы, как вы видите, выглядят вот так вот. Есть табличка, в которой задан вопрос, и варианты ответов. Вариантов, как видите, три. В принципе, вопросы не сложные, и, в общем-то, на них можно интуитивно ответить. Но лучше, конечно же, подготовиться и почитать правила проекта. Но, как я всегда и говорю, делают это исключительно редко. Мало кто заходит и действительно ознакомливается с правилами проекта, чтобы поиграть на этом, в этом штате. Поэтому все интуитивно, но как это выполнено? Как вы видите, я тоже начал отвечать на эти вопросы. Но что-то пошло не так. То ли это баг, то ли это задумка автора, и, видимо, на каждый неправильно отвеченный вопрос вам предлагается ответить еще на десяток таких же, очень схожих и иногда повторяющихся вопросов. В моем случае я начал отвечать, и это как-то зациклилось. Таблички с этими вопросами продолжали появляться и появляться, и как вы можете заметить, вот на данный момент уже 40-е вопросы пошли, нумерация. Я не останавливался, нажимал дальше, иногда нажимал другие на похожие вопросы, то есть они попадаются всегда, ну не всегда, вернее, попадаются одинаково, одни и те же вопросы, я пытался нажимать по-разному уже, но вопросы продолжались и продолжались. Под конец я просто начал нажимать один нижний вопрос, думая, что может быть у них есть какое-то ограничение по количеству вопросов, но, видимо, этого ограничения нету. И вы можете заметить, что уже за 200 перевалило, и я все продолжаю нажимать и нажимать. Ну и когда количество вопросов уже подошло к 300, я решил прекратить это дело и перезайти. После перезахода опять посмотрел этот вступительный ролик ознакомительный. Мне выпало опять эти же вопросы, но уже после 20-го меня игра запустила. Что было до этого, я так и не понял. Ну, в общем-то и ладно, зашел и зашел. Но далее игра предлагает нам очень конкретно побегать, так как аренды транспорта здесь нету. И когда вы появляетесь в аэропорту, ехать вам не на чем. А добраться вам надо до ближайшей автошколы. Вот она, выглядит вот так вот. Кстати, здание на этом проекте не проработано. Я как-то уже показывал, как на каком-то из проектов выглядела вот эта вот автошкола. Она тоже стояла в этом же месте, но она была полностью задействована, было можно зайти вовнутрь, все было оформлено очень и очень красиво. На этом же проекте от этого решили отказаться. И я думаю, что в этом есть здравый смысл. FPS на проекте очень стабильный, и, в общем-то, никаких пролагов я здесь не замечал. Но здание выглядит, к сожалению, вот таким вот образом. Тем не менее, прибыв на точку, мы включаем кнопку взаимодействия букву Е, и нам предлагается выбрать категорию, какую мы хотим получить. А, Б, С и Д. Предлагается вид оплаты. Наличка или карточка. Далее же, как вы видите, все в том же стиле, исполнены вопросы.
опять задается вопрос и три варианта ответа. И вот тут у меня опять есть замечание к этому проекту, потому что вопросы, я их сейчас не буду отключать, можете их почитать, иногда попадаются очень такие даже бредовенькие. Так, например, здесь был вопрос, к которому мне даже пришлось обратиться к другому человеку, тоже сдающему здесь рядышком на права. Вопрос звучит так, не знаю, увидите ли вы его сейчас, он попадется или нет на видеоряде. Грузовик двигается в левом ряду. В него врезается легковой автомобиль. Кто виноват? Как можно вообще вот на такой вопрос ответить? Я не понимаю. Ладно, грузовику в принципе запрещено двигаться по левой полосе. Это да, такое и есть. Но грузовик может перестроиться для совершения обгона, для разворота или поворота и двигаться в левом ряду. Это первое. Второе. Если в него врезались, то даже если он и нарушал какие-то правила, это не дает другому водителю возможности в него врезаться. Но, тем не менее, отвечать надо, что виноват грузовик. И это я понял только спустя какое-то время, когда мне подошел человек и сказал, нажимай вот так, так будет правильно. И таких вопросов здесь попадается достаточно много. Вот вы сейчас можете их почитать. Я уже один раз, как видите, завалил экзамен. И подошел, чтобы сделать повторный. Слава богу, что на данном этапе за то, что вы сдаете на права, с вас не снимается плата. Иначе это был бы полный кошмар. Так как я здесь провел какое-то время, при мне здесь умер человек от голода. Ну, то есть он потерял сознание, упал и, видимо, уже очутился в скорой помощи. Потому что он после этого исчез. Я так понимаю, что он просто нажал возродиться, ну, в больнице. Потому что время, которое он потратил вот на решение вот этих вот вопросов, превысило его лимит по сытости. А сытость и жажда здесь наступает очень и очень быстро. Но к этому мы вернемся чуть позже. Так вот, например, человек не смог дождаться, не смог в нужное время уложиться и отъехал. Это тоже такой вот косячок этого проекта, потому что, ну, если вы понимаете, что это как-то долго занимает время, вот эта сдача на права, то надо поставить здесь какой-то магазинчик, чтобы люди могли покупать питание и воду. Иначе получается вот такой вот бредовенькая такая ситуация, что человек сдавал на права и умер. Ну, а что касаемо самих вопросов, то мне кажется, что их просто можно было бы скачать из правил дорожного движения, которые существуют в реальности, и не выдумывать какие-то вопросы из головы. Ну, это мое мнение. Ну, а дальше идет практическая часть, как вы видите, и тут тоже палка о двух концах. А что же я имею в виду под этим? А имею в виду, что придает ли это реалистичности? Да, без сомнения. В реальности мы тоже примерно так же ездим. Ну, по крайней мере, я когда сдавал на права, это выглядело примерно так же. Ну, примерно. Да, это здорово выглядит. А нужно ли это? А вот тут уже бог его знает. И потому как, ну, не пригодится это. Вот, будем откровенны, будем честны, это вам в игре, ну, никак не пригодится. Это ничему вас не научит. К тому же некоторые вот эти вот приемчики или упражнения, они слишком, как бы сказать, затруднены, что ли. Так, например, змейку на грузовике, которую вы сейчас видите, не каждый может осилить. Так, например, вот мужичок, кстати, у него-то я и спрашивал правильный ответ на вопрос, виноват ли грузовик или нет. Он мне посоветовал нажми, что грузовик виноват. Вот мы с ним расстались, когда он завалил вот эту вот змейку в шестой раз. И я не исключаю, что человек, который умер, тоже мог себе потратить огромное количество как раз вот на этой змейке, которая, ну, она действительно очень узкая, и как бы сам хитбокс машины, если даже визуально вам кажется, что он не задевает, он на самом деле задевает. Вот эти вот конусы. Ну, это слышно по скрежету. Хотя визуально вы думаете, что ничего сейчас не произойдет. Ну, в общем, это игра, и вот эта вот сдача такая вот достаточно сложная, она, в общем-то, ни к чему. В игре вам это, ну, вряд ли пригодится, и вообще вряд ли пригодится в жизни. Поэтому, на мой взгляд, слишком затруднено. Хотя сама вот эта антуражность, которая присутствует тут при сдаче этого экзамена, она, конечно же, ну, здорово сделана, прикольно. Но я бы сделал все-таки полегче. Облегчил бы вот эту вот самую сдачу. У меня же у самого, кроме вопросов, в общем-то, трудностей никаких не составляло ни змейка, ни остальные экзамены. Единственное, на чем я запоролся, это сдача на грузовике с прицепом. Ну, по той простой причине, что я просто не знал, какой кнопкой надо отключать полуприцеп. Оказывается, это кнопка H. Английская кнопка H, но я этого не знал, и поэтому
Ну, первый раз я завалил, потому что встал на точку, а как отсоединить прицеп, я просто не знаю. И в этом месте не мешало бы поставить какую-нибудь всплывающую табличку, что полуприцеп отцепляется кнопкой H. Я не знал, и поэтому мне пришлось сделать это вот таким вот образом. Но уже на второй попытке. Но в конце концов я все-таки отмучился, а уж извините, другого эпитета к этому я не могу применить. И как я всегда советую, всегда проверяйте. Как видите, у меня все категории, все, я могу выходить в открытый мир. Ну, а для того, чтобы куда-то отправиться, мне нужны, естественно, колеса. И вот я бы хотел заострить внимание на решении на этом проекте. Если не гениальный, то на грани гениальности. Вам не надо бегать по карте и искать магазины. Весь транспорт вы покупаете как бы онлайн через планшет. А точка выдачи, она одна на карте. Вы просто потом идете туда и забираете. Ну, даже, скажем так, не одна точка, а транспорт четырехколесный в одном месте, а двухколесный транспорт в другом месте. Все. Две точки на карте, на котором вы забираете свой транспорт. Повторюсь, а покупаете вы его через ваш планшет. И вот цены вы видите. Естественно, мне доступен только какой-то дрынчик небольшой. Кстати, абсолютно бесполезная штуковина. Он нужен действительно, чтобы добраться от одной точки до другой. В принципе, вы на нем не сможете ни поработать, ни что-то пофармить. Но к этому мы вернемся чуть позже. Пока я выбираю дрынчик и бегу за ним. Но до той точки тоже придется бежать пешком, как и вот до автошколы. Добегаем до точки выдачи, она находится в достаточно стандартном месте, здесь есть надпись «Мотоциклы». Ну вот взаимодействуем с персонажиком, который здесь стоит, он-то и выдает нам наш транспорт. Ну и вот, все. Это первый транспорт, который мы приобретаем на этом проекте. Дальше надо выходить уже в мир и искать себе работу. Ну а как же это делается? А делается это здесь очень-таки и просто, и сложно. А вот почему просто и почему сложно, давайте-ка и разберемся. Начнем, наверное, с того, что здесь нет никаких начальных работ. То есть, как на других каких, как я их называю, проходных проектах, вы можете пойти и устроиться садовником, газонокосильщиком, ну и тому подобное. Здесь ничего подобного нету. Этот проект отличается тем, что здесь все завязано на взаимодействии между игроками. Таким образом, здесь вам не найти никакой работы, кроме как найти в планшете объявление и начать обзвон. Или подать самому объявление в тот же самый планшет, и на вас выйдут. Но вот тут есть небольшие сложности. Мне для того, чтобы найти работу, потребовалось 2 дня. Ну, не именно 2 дня, не 48 часов, а заходить в игру 2 дня подряд. Я заходил, старался заходить в prime time, чтобы было как можно больше народу, но работу найти было очень сложно, потому что объявления висят. С этим здесь тоже связаны абсолютно, ну, некие трудности, который я бы, например, решил немножко по-другому. Что бы я сделал, например, если человек подал объявление и он находится в онлайне, чтобы его объявление висело. Потому что здесь получается так, что объявление висит, а человека нету. Он подал объявление и ушел. И когда он будет, Бог его знает. И понять, какое это объявление, старое оно или новое, 15 минут назад он его закинул или давно, тоже абсолютно непонятно. Поэтому на большинство объявлений, которые я обзванивал, просто никто не подходит. Да, алло. Да, здравствуйте. Ой, вы очень старое объявление смотрите, посмотрите свежее лучше объявление. В данный момент я этим не занимаюсь, занимается мой менеджер. Вот, по трудоустройству. Ну вот, друзья, бывает и такое, что объявление висит, а оказывается оно очень-очень старое. Как я об этом должен был понять, ну бог его знает. В общем, найти работу здесь очень и очень сложно. И особенно, если вы зашли не в prime time. Если какое-то внеурочное время, или рано утром, или наоборот там ночью, то найти работу будет очень тяжело. Можно еще ездить по карте и искать, так сказать, визуально. Но это тоже так себе решение, потому что я обращался и так, и мне говорили все время, что вот сейчас начальника нету, а он решает, и там или штат уже заполнен, или вам надо получить опыт, и мы вас не возьмем. Ну, в общем, РП как РП. А вот РП это как раз составляющая, это следующий этап этого проекта. Тут уже как вам повезет. Вы можете встретить сразу же на первых минутах нормальных, адекватных людей, а можете встретить и неадекватных людей. Это уже как повезет. Это все-таки ролеплей проект, поэтому здесь все зависит от вас и от того, кого вы встретите. Вполне вероятно, что вы можете повстречать вполне адекватного человека. Я таких здесь видел. И видел людей, которых сразу же на первых минутах покупали машину, чтобы он работал у них и давали там
там вещи, деньги, а бывает и абсолютно другая ситуация. Вот, например, такая. Короче, с этого момента ты работаешь на меня, либо ты купаешься, бля, всю свою жизнь в водичке. И кормишь рыбу. Опа. По-моему, ты хочешь выбрать второй вариант, да? Знаю я один разговор, который начинался примерно так же. Я даю тебе время подумать, у тебя 5 секунд. Да ты не кипишуй, не кипишуй, тут поднаехал такой. Ну так что ты надумал, дружище? А что мне думать-то? Ну либо мы тебя хороним, либо ты работаешь на меня, блядь. У тебя как бы выбор сейчас невелик. Я человек вольный. Где буду хотеть работать, там и буду работать. Меня такой ответ не устраивает. Гарри, пакуй. Ну и далее меня повезли убивать, и даже для этого позвали туда администрацию, чтобы как бы совсем отключить мой аккаунт. То есть и избавиться от человека, ну, как бы навсегда, как бы совершить полный обряд убийства. Несмотря на то, что я пробыл на проекте каких-то 45, может быть, час времени. Вот. К сожалению, вот попадаются и такие вот игроки, которые, у которых уже оторвана связь с реальностью, все, он заигрался, он не понимает, что уже и происходит, ушел полностью в роль. И, к сожалению, на проекты GTA 5 большинство идет, это молодые люди, это от 15 там, до 20 лет, у которых, к сожалению, нет еще опыта жизненного и нет еще умения общаться с людьми, и нету понимания происходящего. К сожалению, такие здесь тоже попадаются. И вот вам яркий пример. Человек, прикрываясь ролью, видимо, какого-то бандита, я хрен его знает, кого он там играет, обращается ко мне на «ты», через слово употребляет свое слово «паразит», «блядь», и тем самым провоцирует меня на ответную реакцию. То есть я начинаю разговаривать с ним в его же манере. В конце концов, он ставит передо мной выбор. Либо я работаю на него, а я этого действительно сделать не мог, да и уже и роль зашла так глубоко, что я не могу с человеком, общающимся со мной на «ты» и оскорбляющим меня, разговаривать по-человечески. Но также я должен сказать, что это проблема не этого проекта. Это проблема частного характера. Вот такой вот персонаж может попасться. Под личиной прикрытия своей роли он может оскорблять человека, разговаривая с ним, ты, блядь, будешь работать на меня, даже не понимая, что с другой стороны экрана сидит человек, и, скорее всего, гораздо старше его. Но естественно, что в свете такого общения любой здравомыслящий, адекватный человек пошлет его нахрен, как минимум. Поэтому выбор, ты работаешь на меня или мы тебя убьем, по-моему, очевиден. Ну и как противостояние невежам, здесь полно адекватных и вежливых людей. Приветствую, молодой человек. Вам подсказать что-то? И слава богу, что с вами чаще всего будут разговаривать вот так. И это не зависит от роли, это зависит от воспитанности самого игрока. Ну и предлагаю на этом закончить с неадекватами, которых ко мне как магнитом тянет на любом проекте, и продолжим о существовании на этом проекте, что же нам дальше делать. И как вы видите, я пришел в одну из организаций. Пришел просто так, рандомно, просто проезжая мимо, увидев, что есть какая-то жизнь на этом объекте, зашел. Это оказался хороший шаг с моей стороны, и на месте оказались как раз нужные люди. Заодно здесь был и директор этой организации, а эта организация логистическая, и хоть им особо и не требовались работники, но они мне предложили у них поработать. А что же здесь представляет из себя трудовая занятость, ну и вообще, чем надо заниматься на этом проекте? Вот об этом можно поговорить чуть-чуть поподробнее. Тем, кто знаком с РП-проектами на базе Arma 3, те знают, что из себя представляет там атмосфера, что надо там делать. Тем, кто не знает, разъясню. Это аналог Arma 3. У вас есть транспорт, у вас есть точка добычи, точка переработки и точка производства конечного продукта. Вот по этим трем точкам вам и предстоит ездить. В принципе, это один в один то, что мы уже видели, имеется в виду тех, кто играл на проектах Arma 3 и РП. Это то же самое. У вас есть грузовик, вы выезжаете на точку, при этом покупаете какой-то необходимый инструмент. В данном случае мы ехали на точку добычи зерна, потом на точку добычи воды, потом из этого делали спирт, и в конечном результате мы получали водку. Нужный инструмент здесь серп. На каждом объекте, естественно, свои инструменты. Лучше покупать сразу все, чтобы они у вас были. И потому как анимации работы с инструментом нету.
Он просто у вас лежит в инвентаре, и как бы по умолчанию вы им пользуетесь. Но вы его даже никогда и не увидите, кроме как в инвентаре. Непосредственно сама работа на точке, когда вы уже подъезжаете, это выглядит вот так. Вот вы заходите в триггер, и опять отличие от армы, на которой тоже существуют эти точки, но триггеров там видимых нету. Здесь же он визуально виден. Тут вот это белый круг, в котором вы стоите и собираете нужный вам ресурс. Визуализация это, конечно, придает так себе. Визуально выглядит это, ну, так скажем, не атмосферно. Но это механика этой игры. Я не видел ни одного проекта, на котором ну, не существует этих высоких белых, красных, желтых труб, восходящих в небо. Дальнейшая же механика, как вы можете заметить, тоже очень похожа на армовскую. Мы взаимодействуем с машиной, выскакивает некая таблица, обозначающая багажник, и туда мы складываем наш ресурс, который мы собрали. В общем-то, вот такая вот работа вам предстоит в любой организации, в какую бы вы ни устроились. Принцип работы один и тот же. Но это имеется в виду по сбору ресурсов. А на проекте вообще есть и другие работы. Есть работа механика, там скорой помощи, полиции та же. Вот, в общем-то, стандартненький наморчик. Еще один плюс, который хотелось бы отметить, как вы можете заметить, мы работаем вдвоем. То есть, в отличие от проходных проектов, где вся работа предстоит вам пойти, взаимодействуя с ботом, он дает вам машину, и вы куда-то едете по своему маршруту, где, в принципе, невозможно работать в совокупности со своим другом. Здесь же вы можете приехать на одну и ту же точку со своим другом, ехать вместе, разговаривать и, в общем-то, проводить приятное время, занимаясь каким-то сбором ресурса, разговаривая со своим другом. Ну, а если, например, вы человек, который не любит много общения, то никто ж не мешает вам ехать на ту же добычу одному. Ну и, в общем-то, к работе, которая здесь сделана, которая выполнена, вообще претензий, в принципе, нет. Все сделано хорошо, грамотно, доступно. Есть небольшие косячки там, но они касаемы, в общем-то, непосредственно той или иной точки. Может быть, потом мы этому коснемся. Единственное, что можно, наверное, докопаться, что все-таки не хватает визуального инструмента в руках. Может быть, как разнообразие анимаций сбора ресурсов тоже не хватает. Потому что анимации на любом сборе ресурсов, они одни и те же. Персонаж приседает, что-то там крутится в земле и встает. Вот и вся, в общем-то, представленная анимация. Конечно, было бы, наверное, более красиво, если бы все-таки инструмент был в руках и он был как-то задействован. Ну, так или иначе, это вот то, что касается ваших действий, которые вам предстоит выполнить, если вы будете отыгрывать роль гражданского. Но повторюсь, что на проекте есть и другие, вы можете попроситься куда-нибудь в администрацию, в полицию, в медицинскую службу или пойти в автосервис тем же механиком или там чинить машины или красить их. В общем-то выбор есть. Но если отыгрывать вот это вот направление, то вот такая вот роль и жизнь вам предстоит. Какие же минусы я, например, для себя увидел? Единственный минус, который я увидел, это нехватка автономности для моего персонажа. Что я имею в виду под тем, что сказал нехватка автономности? То есть я очень зависим. У меня нету средств, нету транспорта, ну, мопед мы не считаем, потому что у него багажник всего 10 килограмм, и я пробовал на нем поездить что-то пофармить в свое удовольствие, так сказать, ни с кем не общаясь, потому что настроение после того клиента у меня было, ну, так скажем, на ноль. Я подумал, что поезжу один, что-то пофармлю, но нет, одному здесь пофармить ничего не удастся, я поработал, так сказать, в минус, потому что расстояние большое, надо потратиться на топливо, а выхлоп там, ну, буквально что-то я заработал то ли 20, то ли 30 долларов. В общем, это того не стоит. Вы тут умрете на этом проекте, пока вы будете фармить что-то на себя. Для этого нужна машина и как минимум, чтобы там было хотя бы 100 слотов для ваших ресурсов. Ну, а первоначальные машины, на которых можно уже ехать и что-то фармить для себя, они стоят уже ну, от 150 тысяч и выше там. Простые легковые машины здесь не подойдут, потому что они не обладают большим вместительным багажником. Нужны пикапы, микроавтобусы, ну и там дальше уже пошло. Конечно же, самое лучшее это купить грузовик, но грузовик вообще стоит каких-то неподъемных денег. Ну и вот таким вот образом, из-за того, что у меня нет возможности как-то автономно здесь существовать, проект все-таки заставляет меня идти одним узким, так сказать, путем. Есть такой некий процент принуждения, потому что действительно, ну, по-другому здесь никак. Мне все равно необходимо идти с кем-то разговаривать, у кого-то выпрашивать работу, ну и тому подобное. В общем-то, это я вам показывал еще в самом начале.
А отсутствие частного предпринимательства вот именно на этих вот изначальных этапах приводит к тому, что владельцы вот этих вот организаций, логистических, транспортных, ну или тому подобное, не бьются за нового игрока. Им не интересен этот процесс. Игрок сам придет. Единственная их проблема, что у всех разное расположение точек. И те, кто находится ближе к аэропорту, у тех больше возможности, что к ним новичок заглянет, чем у тех, у кого организация куплена чуть дальше, в глубине карты. Вот это единственная проблема. Отсюда и то, что никто не обновляет объявления. Ну, нет здоровой борьбы за игрока. Потому что нет выхода у игрока. Он все равно к тебе придет. К тебе или к другому, но все равно придет. А если бы была частная занятость, и на первых порах я бы мог, например, те же деньги зарабатывать самостоятельно, тогда владельцам вот этих организаций пришлось бы все-таки бороться за то, чтобы я пришел к ним работать, обещая лучшую зарплату, лучшие условия. А так как условий-то никаких нету, кроме тех, которые они предложат, мне и выбирать-то нечего. Ну, а какие деньги я получил за это, посмотрите. За два рейса получается. И вот, да-да, два рейса, 2500. Первый рейс мы сделали вдвоем. Потом мы ушли на реальный обед, то есть реально мы отключились, пошли пообедали и вернулись. Опять подключились к серверу и уже втроем поехали на следующий рейс. В общей сложности это заняло где-то часа 4. Вот за 4 часа я заработал вот такую вот заработную плату. Чтобы вы понимали, сейчас я покажу вам цены на этом проекте. Естественно, на примере автотранспорта этого проекта. Потому что он-то здесь играет достаточно важную роль. Потому как на нем же вы будете и фармить, на нем же вы будете и передвигаться. Это же будет и вашим начальным жильем, потому что до жилья там тоже еще хрен знает сколько надо будет просуществовать на этом проекте, чтобы купить себе дом. Дом примерно стоит тоже где-то порядка 100 тысяч. Это такой бомж-хаус. Ну а цены вы сейчас видите. Вот и представьте себе, каково вам придется сколько здесь просуществовать, проковыряться вот на сборах этих ресурсов, чтобы заработать себе на какую-нибудь машинку, на которой вы уже сможете зарабатывать самостоятельно. И все это из-за того, что нету начальной степени развития частного предпринимательства. И игроку нечем заниматься, кроме того, как куда-то пойти и у кого-то выпрашивать работу. Естественно, владельцам этих организаций нету и смысла повышать заработную плату. Хотя выхлоп вот с тех двух ходок будет порядка 150 тысяч. По той же причине они и не борются за игрока. Им не интересно ходить, поэтому они не обновляют свои объявления. По моему объявлению, которое я подал, так никто и не позвонил, не отозвался. То есть никому это не интересно. В крайнем случае владелец этой организации может сам сесть на свой грузовик и сделать такие же два рейса. И в убытке, как вы понимаете, он не останется. Я уже озвучил, сколько примерно выходит с такого оборота. У меня же, как у вновь прибывшего игрока, в общем-то нету никакого выбора. Как я уже и сказал, есть такой процент принуждения. И поэтому повышать зарплату им не интересно. И я скажу больше. Я когда объезжал и обзванивал, мне предлагали вообще 600 баксов за работу, правда, за работу грузчика. Тут-то я работал грузчиком и водителем, а там за работу просто грузчика мне предлагали вообще 600 долларов. Ну вот. Можете себе теперь представить, какова жизнь начинающего игрока на этом проекте. Ну и вот, кстати, раз мы находимся в магазине, хотелось бы поговорить о еде на этом проекте. В правом верхнем углу вы видите, там стоят в виде косточки и капельки индикаторы голода и жажды. Так вот, наступает этот голод и жажда очень и очень часто. Да, еда на проекте стоит копейки. Действительно, копейки, там 2-3 доллара. В общем-то, если даже с той зарплаты 2500, которую я заработал, нуждаться вы в еде не будете. По крайней мере, выполню хотя бы одну какую-то работу. Но вот это само быстрое наступление голода и жажды иногда просто бесит. За час, за реальный час игры вы, наверное, успеете поесть и попить, ну, раз, наверное, 20. Настолько быстро приходит чувство голода и чувство жажды. Это надоедает, очень сильно надоедает. И я зашел в группу ВКонтакте, чтобы посмотреть интервью разработчика. Это, кстати, девушка разработала этот проект, она давала интервью, и там она сказала, что она попыталась сделать некий реализм. И все продукты питания, которые есть на проекте, они имеют и настоящие
количество калорий. Исходя из этого, вот такая вот система. Но действительно приходится набивать просто себе карманы едой, водой, потому что ну, очень быстро наступает чувство голода и жажды. Поначалу на это внимание не обращаешь, но спустя какое-то время, а я уже в начале ролика говорил, что мне пришлось сюда заходить 4 дня подряд, меня уже начало это бесить. Постоянно хочется есть, постоянно хочется пить. И где бы ты ни стоял, с кем бы ни разговаривал, из человека постоянно вываливаются банки. Таким образом, здесь сделана анимация отброшенного продукта. То есть, когда вы покушали или попили, отваливается банка, и она так откатывается от вас. Еда вся выполнена вот в стиле таких баночек. И постоянно, где бы вы ни разговаривали, только и видно, как из человека вываливаются эти банки. Ну, а если говорить в целом о проекте, то, конечно, проект уникальный, он единственный в своем роде, не похож ни на один из проектов, которые я посещал, ну и к которым мы привыкли, который находится на платформе RageMP. Он действительно уникальный, он сделан с нуля, здесь вся механика, все свое. Проект интересный, да, действительно интересный, он заслуживает внимания. К сожалению, он тоже не лишен каких-то изъянов. Один из явных изъянов, который я здесь заметил, это, естественно, комьюнити, которое по, наверное, может быть, привычке, ну, а может быть, просто из личного желания играть именно бандитов, сюда приходит очень большое количество людей, которые, ну, не хотят существовать гражданской ролью, а хотят быть бандитами. Так, здесь я уже показал, как разговаривают с людьми люди, которые считают себя тут очень отъявленными бандитами. Здесь точно так же, как и на всех проходных проектах, грабят. И вот сейчас вы можете, например, на это посмотреть. Так, тормози быстро, тормози фуру. Фуру, фуру. Выходи быстро, выходи. Чё, слышь, не стреляй, зачем не стреляй? Не стреляй, только не стреляй. Пожалуйста, не убивай. Друга своего говорит, что выходи. Слышь, выходи из машины. Другом завис, так руку поднял. Лицом к машине, лицом к машине, лицом к машине. Вернулся на машину. Все, стой так. Ну и, в общем-то, нет смысла особо заострять на этом внимание. Вот таким вот образом здесь происходит ограбление. В общем-то, ничем не отличается от других схожих проектов. Единственное, что, как я и сказал, я считаю это недостатком, потому как проект предлагает вам что? Либо вы начинаете свою трудовую деятельность, да, и все, что вы увидите, это точки, расположенные по всей карте, это точки добычи ресурсов, да, кверху задницы, значит, ковыряемся там часами. Либо вот такой вот геймплей, где есть хоть какой-то экшен. Естественно, молодые люди, а я же уже сговорил, что эти проекты в основном выбирают молодые люди возрастом от 15 там, до 20 лет, основной контингент. Естественно, им вот такой вот геймплей гораздо интереснее. Им не интересно ковыряться где-то там, отыгрывая гражданского человека. Здесь есть какой-то экшен, здесь что-то происходит, тут интересно для них, естественно. Поэтому большинство, естественно, выбирает вот этот вот криминальный путь. В общем-то, здесь на одного гражданского, я так понимаю, два или три бандита. Ну, судя по тому количеству бандитов, которые я здесь увидел, у меня сложилось именно вот такое вот впечатление, что, в общем-то, на одного гражданского приходится где-то два или три бандита. Вот такая вот ситуация на этом проекте. И надо честно сказать, что онлайн-то тоже здесь не особо велик, потому что, как, ну, вот с чего бы ему быть великим, потому что проект, во-первых, недавно открылся, а во-вторых, вот такой вот геймплей здесь предлагается. Ну и, наверное, заканчивая, подводя хоть какой-то итог моего, лично моего присутствия на этом проекте, я бы, наверное, сказал следующее. Проект, да, действительно уникальный, такого больше, наверное, вы не увидите. Это проект, сделанный с нуля. Разработчик попытался сделать нечто свое, нечто какое-то свое видение данной игры. Понравился ли он мне? Нет, мне он абсолютно не понравился. То, что я здесь увидел, меня никак не впечатлило. Работа гражданского меня вообще сильно расстроила. Бандитизм и, я бы сказал, хамское отношение некоторых элементов на этом проекте тоже разочаровало. Развитие очень долгое и нудное. Ну и, в общем, это я уже показывал, что мне лично не понравилось. Много недоработок.
баланса, на мой взгляд, тоже особо я не увидел. Но проект все-таки существует, он есть, он отличный, отличающийся, наверное, так сказать, не отличный, а отличающийся от того, что, в общем-то, привыкли видеть. И хотя бы ради этого на него можно зайти и посмотреть, что же еще бывает на платформе Rage MP, кроме тех проходных проектов, которые, в общем-то, чуть ли не под копирку сделаны, где РП происходит стой, это ограбление. Да, оно здесь тоже есть, но здесь есть еще какие-то интересные элементы, и я уверен, что многим это может понравиться. То, что не понравилось мне, не говорит о том, что это действительно вот, ну, вот это все плохо и отвратительно. Здесь есть люди, которые здесь играют уже 2 месяца и не хотят покидать этот проект. Им все нравится, их все устраивает. И я уверен, что среди зрителей, посмотревших это видео, тоже такие же найдутся. Поэтому заходите, играйте, получайте удовольствие, отыгрывайте свое РП. Ну, а у меня на этом все. Мне надо ехать, искать новые острова, новую легкую жизнь. Спасибо всем, кто посмотрел, и всего вам доброго.